Алеппо – самый крупный город в Сирии, который являлся до начала конфликта культурной столицей, промышленной столицей и, повторюсь, то есть самый крупный, даже крупнее, чем столица Дамаск. В таком плачевном состоянии все разрушено, уничтожено. Если вы обратите внимание, как раз, прошу прощения, в этой части экрана все улицы прикрыты баррикадами самодельными, которые сделали местные жители, дабы остановить продвижение войск. Соответственно, Хомс тоже один из самых красивых городов Сирии, был известен тем, что это один из самых зеленых, наряду с другим городом, который называется Хама, один из самых зеленых городов Сирии, один из самых приятных для проживания. Вот в этой части фотография одного из крупных центральных парков, который, наверное, можно было бы сравнить с центральным парком Нью-Йорка по своей значимости для города и по красоте. Но, соответственно, Сирия, слава богу, была не всегда в таком плачевном состоянии. Она накопила огромный багаж, огромный опыт культурных взаимоотношений, огромное богатство во всех смыслах этого слова. Соответственно, первое поселение появляется здесь в очень древний период. Соответственно, даже то, что изображено здесь на слайде, наверняка, но вопрос будет нечестный, потому что здесь есть люди, которым я это уже рассказывал. Самый древний алфавит какой, как вы думаете? Если написано, это не ответ, нужно название. Шумерский, финикийский позднее. Вот как раз алфавит угаритский или государство угарит, как раз вот здесь, на этой глиняной табличке, он и представлен. Угарит датируется примерно 6 тысяч лет до нашей эры, прошу прощения, поселение. И этот алфавит, слава богу, расшифровали. Относится он тоже к семитской группе языков, что для нас, арабистов, является особенной радостью, коль скоро арабский тоже относится к семитской группе языков. Более того, нашли даже нотные грамоты и смогли расшифровать и перевести это в современные, скажем так, общепринятую нотную грамоту. И написали музыку, ее можно найти в интернете при желании. Соответственно, вот как раз этот город Угарит, вот в этой части слайда, это царский вход, через который, согласно воспоминаниям, то есть найденных как раз здесь табличках, царь города въезжал на коне. Если представить человека рядом с входом, то он не пройдет в него, не нагнувшись. То есть или люди были такие маленькие, или кони, как роликовые коньки, но тем не менее. То есть это одна из самых древних цивилизаций, которая существовала на территории Земли. Чтобы совсем уж вкратце, то есть самые яркие представители древности – это Пальмира. Наверняка многие из вас видели Пальмиру, многие из вас слышали о том, что как раз бандиты, которые сегодня орудуют на Ближнем Востоке, с ней сделали. То есть сегодня практически ничего из предметов и исторических памятников, представленных на фотографиях, не осталось. Их все взорвали. То есть Пальмира основана тоже довольно давно. Никто точно не знает, с каких пор живут люди на этой территории, но легенда основания связана непосредственно с Соломоном. Известна Пальмира в первую очередь царица Зиновии, которая осмелилась бросить вызов Римской империи. Соответственно, проиграв Римской империи, она обратилась в то, что мы с вами видим на фотографиях, то есть уже потеряв свое былое величие. Но, тем не менее, то есть сохранилось с сегодняшних дней. Другой крупный город недалеко от Дамаска, от столицы современной Сирии, это Афамия. Афамия, если здесь как раз обратить внимание, это город, который уже в совершенно традиционной эллинистической культуре, в совершенно традиционном эллинистическом виде построен. Вот те два входа колоннады – это некогда центральная аллея, центральная магистраль, которая соединяла вход в город с тем, что видно вдали, с царским дворцом. Вот этот остаток стены – это как раз один из храмов одного из божеств, которым поклонились люди, проживавшие в этом городе, прошу прощения. Соответственно, про древность тоже можно говорить очень долго и много, как, в принципе, про всю Сирию любого периода.
исторического. Сирия, на самом деле, в этом плане очень уникальный исторический объект, очень уникальная местность, потому что куда, я извиняюсь за выражение, не плюнь, вы случайно можете замарать какой-нибудь исторический объект, прошу прощения. Если вы идете по улице, споткнетесь о камень, попытаетесь его вытащить и начнете вытаскивать, и выяснится, что это кусок колонны, какая-нибудь копитель и так далее. То есть везде было представлено, то есть фактически на каждом углу есть что-то, что будет иметь отсылку к древним цивилизациям. В Средневековье Сирия не потеряла своей важности и тоже была центром и научности, и культуры, и искусства, и всего хорошего, что можно на самом деле представить. То есть как раз на этом слайде я частично закрываю. Вот это известная, соответственно, миниатюра «Глаз в разрезе». Это, соответственно, небесные тела, положение Луны по отношению к Солнцу, по отношению к Земле и, соответственно, по отношению к Солнцу одновременно. И, соответственно, как пример изобразительного искусства, это первая страница Корана, священной книги мусульман, которая традиционно оформлялась в таком очень красивом виде. Вот это позолота, это на самом деле нанесение сусальным золотом, по-арабски как раз называется тадгиб, что и переводится как позолота. Соответственно, города, которые были в древности, в Средневековье, только укрепили свое влияние. Соответственно, про Алеппо, о котором мы с вами говорили, сегодня в крайне разрушенном состоянии, был очень важным центром в Средневековье, в частности, потому что находился на пересечении торговых путей, ну и плюс ко всему фактически являлся ключом к контролю над данной областью, где он находится. То есть сегодня, как вы помните, Алеппо тоже является местом столкновения интересов разных враждующих группировок. Соответственно, как самые яркие представители архитектуры Алеппо, это, чуть-чуть в сторонку отойду, мечеть Эмиядов. Алеппо, повторюсь, это второй город по значимости в Сирии, может быть, даже и первый. То есть иногда они с Дамаском, то есть они соревнуются с Дамаском по важности и по глубине проникновения в сирийскую культуру, в жизнь местного населения. Соответственно, самая крупная мечеть, которая есть в Сирии, это мечеть Эмиядов в Дамаске. Вторая по величине, тоже мечеть Эмиядов, но в Алеппо. Огромная мечеть, я не особо дружу с цифрами, но, как мне представилось, она размером примерно в 3 футбольных поля. Вот здесь я вижу людей, которые были вместе со мной в Сирии, они могут сказать, что не в 3, а в 4, или может, наоборот, только в 2. Соответственно, другой, вот эта черно-белая, одна из самых ранних фотографий Алеппской крепости, которая считалась совершенно неприступной, потому что, то есть она находится в самом центре города, и вот этот вот вход, то есть окружен был холм, на котором построена крепость, водой, рвом. Он, само собой, заполнялся водой, невозможно было его как-то преодолеть. Соответственно, единственный вход в крепость был через центральную только башню, и эта башня тоже представляла собой укрепление. Для того, чтобы подойти просто к входу в крепость, нужно было сначала взять первую вот эту башню, которая тоже являлась фортификацией. Соответственно, рядом с крепостью, вот на верхнем фото видно общую панораму города и какую роль и какое место занимает в общей панораме крепость Алеппо. Прям за углом, так сказать, от центральной мечети находился один из самых древнейших рынков, тоже второй по величине в Сирии, и, может быть, третий или четвертый по величине на всем Ближнем Востоке. Тоже крытый, вот как раз вот эта вот фотография как раз рынка Алеппо. Ну и, соответственно, фотография крепости, как выполненная в 2008 году. Здесь я бы обратил ваше внимание на то, что если вы сможете представить, то есть если вы попытаетесь сфотографировать, допустим, Московский Кремль так, чтобы туда не попал никакой человек, то я думаю, что вам будет сложно это сделать. В случае с Алеппо, вот тут скромный араб затесался, конечно, случайно, но суть в том, что Алеппо крайне дружелюбное, но, да и вообще, в принципе, вся Сирия дружелюбная, но страна, в которой дышалось очень свободно, без перенаселения, без какой-то суматохи.
фактически такой миниатюрный рай на земле. Соответственно, дальше самые яркие представители Средневековья с точки зрения архитектурных построек – это, безусловно, огромное количество замков, которые появились по большому счету именно в Средневековье. То есть, когда Сирия стала предметом интересов крестоносцев. Крак де Шевалье, я думаю, что есть люди, которые знают французский и смогут перевести эту фразу с французского. Ну ладно, видимо, вас можно брать в разведку. Крак, понятное дело, это замок, шевалье – это рыцарь. То есть рыцарский замок, если вы попробуете поискать в интернете по такому названию замок, который по-арабски называется «Каля'ат аль-Хусн», «Каля'ат» – это, соответственно, замок, «Хусн» – его имя собственное, то есть его название, вы найдете примерно 5 совершенно разных замков. Как раз именно по той причине, что Крак де Шевалье – это замок, то есть такое название получали любые замки, которые построены крестоносцами, которые крестоносцы удерживали на протяжении нескольких десятилетий. То есть, само собой, они могли переходить в разные руки, но, тем не менее, запомнились в исторической памяти именно как замки крестоносцев. Вот я бы обратил ваше внимание именно на это фото. Сделано оно как раз с одной из стен замка. И вот эта колонна, это на самом деле единственный, то есть здесь был подвесной мост, который опускался, это был единственный вход в замок. Здесь так очень удачно получилось. На самом деле этот замок фактически вписан в скалу. Сначала идет скала, и потом сразу начинается каменная кладка. Поэтому этот замок по праву считается неприступным. Само собой, сегодня уже приделали несколько разных входов в замок для туристов, поэтому сейчас он выглядит не так устрашающе, как в Средневековье. Но вот даже великий, могучий, очень известный дядечка Салах-ад-Дин не смог захватить этот замок. Замков очень много, как я уже и говорил. То есть вот здесь вот этот замок, это тоже Крак де Шевалье. Хотя я не знаю, зачем я говорю название замков, но тем не менее. Один из самых таких эффектных замков, как раз вот это один и тот же замок с двух разных ракурсов, называется по-арабски он Маркаб, и Маркаб переводится как точка наблюдения. Находится он в Тартусе, то есть недалеко от Тартуса, и с замка открывается вид на огромное количество километров во все стороны, что на море, что на сушу. Соответственно, другой крупный город, который тоже получил свою особую известность в Средневековье, это Хама. Несмотря на то, что Хама в том числе упоминается, как и многие другие города Сирии, даже в Библии, как одном из самых ранних источников, тем не менее, свою известность он получил именно в Средневековье. На фотографии как раз представлено большое количество вот этих водяных колес. Есть какие-нибудь предположения, как они называются? Акведук – это сама система, то есть вот эта часть акведук, а само колесо? Водяная мельница выполняет чуть другую функцию, но не без этого, согласен. Нории, оказывается, есть такой отдельный термин. Нории. Самая крупная как раз на фотографии, она в разное время года и в разное время суток. Радиус этой нории 21 метр. До сих пор они выполняют свою функцию, то есть, само собой, уже как водопровод она не используется, эта вода, потому что есть современная водопроводная система. То есть как раз вот в этой части фотографии это часть акведука, который имеется во всем городе. Соответственно, вот эта вот самая большая нория в радиусе 21 метр, она доставляла воду в царский дворец, который находился в 120 километрах от, соответственно, этого источника. Соответственно, Хама известна, ну, не побоюсь этого слова, во всем мире именно своими нориями. Ну и более веселая часть, тут хотя бы есть люди, как раз про повседневную жизнь, про то, что теперь уже точно не вернуть. То есть если какие-то архитектурные объекты можно восстановить, то, думаю, отношение людей восстановить будет крайне сложно. То есть как-то комментировать сложно. Мне кажется, и девушка радуется, и ребята тоже счастливы продавать сладости. Соответственно, хотелось отдельно внимание уделить конфессиональной составляющей Сирии.
Сирия, на самом деле, многоконфессиональное государство. На территории государства представлены все монотеистической религии, большое количество разного рода религий не монотеистических, в том числе и разного рода очень замкнутые даже этнические религиозные группы, как, например, друзы. И вплоть до событий последнего времени все эти группы проживали в мире и согласии. Как иллюстрация к этим словам, хотелось бы сказать про христианский город Маалюля. Находится он недалеко от Дамаска, в горах. Вот я попытался, конечно, передать, не совсем чувствуется, что эта часть как раз города со стороны въезда в город, город фактически вписан в скалы. Это с вершины горы уже вид на сам город. То есть он так скатывается, как будто бы со скал в долину. Маалюля является одним из самых древних христианских центров на территории Сирии. Связана история основания этого города с некой святой Феклой. Согласно легенде, Фекла в довольно ранний период христианской истории приняла христианство. Соответственно, как и полагается довольно часто в таких преданиях, она была дочерью некого управленца, городского администратора, который пригрозил ей смертной казнью или пожизненным тюремным заключением, если она не откажется от своих воззрений. Соответственно, она решила, что вера намного важнее ее пребывания в этом бренном мире, решила бросить всю ее царскую обитель и бежать в горы. Соответственно, отец отправил за ней карательный отряд для того, чтобы догнать и уничтожить, что называется. И когда святая Фекла добежала до ущелья, которое оказалось тупиком из-за своей, то есть она обратилась за помощью к Богу, и Бог из-за глубокой любви к ней расколол ущелье, и в итоге как раз к Маалюле идет ущелье зигзагом сквозь все горы. Соответственно, она смогла спастись, спряталась в этих горах, и в итоге на месте, где она жила, построили монастырь. Вот как раз вот эта вот часть монастырь. Вот здесь вход в келью, где она, согласно преданию, жила. Очень пропитанный христианским духом город. То есть везде кресты, причем ночью эти кресты горят, то есть подсвечены огнем. Если вы обратите внимание как раз на вот эту фотографию, здесь можно считать, ну, мне кажется, даже пару десятков крестов. То есть город и позиционирует себя именно как христианский центр. И более того, еще другая важность, которая делает этот город уникальным в своем роде, это то, что Маалюля – это место компактного проживания арамеев. Как вы помните, арамеи – это тоже один из семитских народов, который издревле проживает на территории Сирии. Более того, арамейский был некогда лингва франка для всего этого региона, в том числе Иисус Христос, как вы помните, говорил на арамейском языке. Соответственно, прошу прощения, чуть не забыл рассказать про очень интересный фестиваль, который проходит ежегодно в Маалюле, проходил, безусловно, теперь им не до фестиваля, к сожалению. В период, когда христианство еще находилось в статусе гонимой религии, когда против христиан применялись репрессии со стороны Римской империи, принятие христианства как какой-то из деревень, каким-то из поселений являлось большим праздником для всех соседних деревень, и был такой, условно говоря, негласный обычай зажигать огромный огонь на самой высокой точке рядом с поселением для того, чтобы сообщить о том, что и это поселение тоже стало христианским. Вот Маалюля ежегодно ближе к осени празднуют этот фестиваль, разжигая огромный костер, который на самом деле видно со всех сторон на несколько десятков километров. И более того, они откуда-то берут огромное количество покрышек от К-700, поджигают их и скидывают с гор. И в итоге все это очень красиво огненными шарами скатывается куда-то в город. Что делают люди с покрышками в городе, я не знаю. Соответственно, другой крупный христианский центр – это монастырь Саиднайя. Он находится прямо недалеко от Дамаска. По Сирии курсируют такие маленькие корейские автобусики. Вот на этом корейском автобусике можно уехать хоть на край света. Главное, чтобы у вас были деньги, ну и, соответственно, бензин, который вот скоро кончится. С
Соединяя уникально в том смысле, помимо того, что это, соответственно, один из христианских центров недалеко прямо от Дамаска, уникально еще и в том смысле, что это в какой-то степени совместный мужской и женский монастырь. То есть, когда мы были в Соединяе, получается так, что одно крыло женское, одно крыло мужское, причем и там живут примерно около 30-40 человек, и посерединке был, видимо, совместный корпус, там бегали тоже ребятишки, детишки, и жили монахи с монахинями отдельно в комнатах, то есть там были такие маленькие семейные шале, если можно так назвать, то есть на самом деле Соединяя — это такая маленькая крепость, наверное, даже, или поселение, обнесенное высокими стенами, за которым совершенно спокойно живут христианские монахи. Хотя, честно говоря, я затрудняюсь ответить, какой же обет они соблюдают, раз они женятся и живут как миряне. Соответственно, дальше фактически жемчужина в Сирии – это ее столица, Дамаск. Один из самых ярких элементов Дамаска – это, безусловно, мечеть Имиядов, про которую я уже упоминал. Мечеть Имиядов первоначально представляла собой собор святого Иоанна Крестителя. Вот эта центральная часть – это как раз и был некогда собор Иоанна Крестителя. Когда мусульмане пришли в Дамаск, христианская община любезно разрешила совершать богослужение в соборе Иоанна Крестителя и мусульманов в том числе. То есть сначала они отдали половину, потом, когда мусульман стало очень много, а христиан было не очень много, которые приходили сюда молиться, христиане говорят: ну ладно, давайте мы вам дадим весь собор, за что мусульмане очень обрадовались и обещали христианам построить другой собор. Само собой, то есть так они и сделали. Раньше отношения между людьми были намного искренней, если можно так выразиться. Соответственно, еще с тех пор, то есть до того момента, как Дамаск стал мусульманским, хранилась голова Иоанна Крестителя в этой мечети, до сих пор он там находится. Голова не выставлена как музейный экспонат, то есть она находится, скорее всего, даже похороненная, то есть где-то под землей. И есть просто небольшой мавзолейчик внутри мечети, который как раз где и отмечено, что это голова Иоанна Крестителя. То есть вы знаете, что Иоанн Креститель тоже считается одним из пророков в исламе и крайне почитаем мусульманами в том числе. Соответственно, продолжая говорить про эту крупную мечеть, то есть это на самом деле очень огромная мечеть, я не знаю, сколько нужно потратить времени, чтобы ее обойти. Самая древняя ее часть, как раз бывший собор Иоанна Крестителя, он выполнен в традиционной эллинистической манере, и его фасад украшен просто безумной красоты мозаикой. Если вы обратите внимание на вот это вот маленькое ничтожество по сравнению с большим собором, можно примерно представить, насколько он огромен, и сам по себе он разделен на два больших блока. Одна часть крытая, под крышей, соответственно, находятся ковры, где молятся мусульмане. Другая часть вымощена мраморным полом, как раз вот эта часть. Там молятся только когда собирается очень большое количество мусульман, такое бывает только в месяц поста, в Рамадан, а во все остальное время там сложно молиться, потому что солнце нагревает мрамор до такой степени, что ходить там, не подпрыгивая, невозможно. Дамаск, один только Дамаск, на самом деле, заслужил бы рассказа более чем полуторачасового, но если вкратце, в Дамаске представлены примеры архитектуры, примеры культуры фактически всех периодов развития Сирии. То есть Дамаск считается самой древней из существующих ныне столиц. Даже гора Касьюн, на которой располагается Дамаск, согласно легенде, Адам и Ева жили, соответственно, у подножия этой горы, и Каин убил Авеля как раз-таки на горе Касьюн, и, соответственно, там недалеко и похоронил. Вот эта вот фотография, как раз это видно Дамаск со стороны горы. Ну и сам Дамаск тоже является вершиной искусства. В любой
угол, куда вы не завернули, можно найти совершенно разные осколки тех или иных цивилизаций, той или иной культуры. То есть, соответственно, вот один из самых крупнейших рынков, как мы уже упоминали, на Ближнем Востоке, называется он Сук аль-Хамидия, где, то есть традиционный восточный базар, на самом деле, я думаю, что многие из вас были, и вот это как раз мечеть, которая находится тоже при рынке. То есть вы идете по узким улочкам, которые представляют собой крытый базар, и можете свернуть куда-нибудь за угол, случайно попасть в мечеть и пофотографировать. Соответственно, вот это вот традиционное убранство внутреннего дворика домов традиционных сирийских, то есть, в принципе, согласно негласным тоже, скажем так, канонам мусульманской архитектуры, мусульманские дома строились буковкой «П», причем, если выразиться, крышечка буковки, соответственно, выходила на улицу, таким образом отсоединяя уличное пространство от домашнего, и внутри этой буковки «П» делали, соответственно, дворик обязательно с фонтаном, обязательно с какими-нибудь деревьями, с маленьким садиком, где домочадцы совершенно спокойно могли проводить время, пить чай, кофе и так далее. Вот здесь как раз, если вы обратите внимание, видно столики кофейные. Сирийцы очень любят кофе, на самом деле. Ну и в завершении, чтобы уж не затягивать, вот это как раз вот этот маленький корейский автобус, на котором можно доехать хоть куда. Вот две истории связаны как раз с этим микроавтобусом, непосредственно, не конкретно с этим. Тут даже есть человек, который присутствует в зале, он прачется, она тоже здесь на фотографии. История, которая, мне кажется, очень хорошо характеризует сирийцев как народ. Однажды мы поехали на раскопки древней цивилизации Мари. Эти раскопки находятся в поселении, которое называется Тель-Харири, недалеко от города Абу-Кемаль. Я, конечно, понимаю, что ничего вам это не говорит, но наверняка вы слышали область Дейр-Зор, она так как-то на языке. Короче говоря, это приграничная территория рядом между Сирией и Ираком. Доехать с Латакии, откуда, где мы жили, без пересадок было невозможно, соответственно, мы пришли на автовокзал, спросили, как добраться до Абу-Кемаля. Нам сказали, что вот нужно доехать с такой-то пересадкой, доезжайте до Алеппо как раз, и с Алеппо можно будет уже доехать до Абу-Кемаля. Мы доехали на очень комфортабельных автобусах до Хомса, до Алеппо, все очень хорошо закончилось. А до Абу-Кемаля, который, по сути, очень маленький городок, примерно около 30 тысяч жителей, большие комфортабельные автобусы не ходят, ездили разбитые ужасные автобусы, мы еле поместились в этот автобус, сидящих мест не осталось, то есть там такие крупные два кресла, то есть два ряда кресел по обоим сторонам, дно автобуса было настолько прогнившим, что невозможно было на него наступить, если и не провалиться. То есть, и в том месте, где мы стояли, почему-то на нас капала горячая вода с шланга. И ехали мы несколько часов. Это было очень, конечно, большое впечатление. В итоге мы приезжаем в город уже, когда садится солнце. То есть, повторюсь, это небольшой сельский городок с населением около 30 тысяч. Мы приходим, и людей в городе уже нет. Все, кончились они, пошли спать, потому что, соответственно, раз это сельская местность, люди ложатся вместе с заходом солнца и стоят вместе с его восходом. Мы в полном замешательстве, если вы смотрели фильм «Лангоньеры», вот такая же пустота, просто идете, можно слышать топот ваших ног и полная пустота. В итоге мы случайно увидели одного из местных жителей и спросили, где мы можем найти гостиницу. На вопрос, где мы можем найти гостиницу, он чуть не упал со смеху на землю. Само собой, то есть мы разговаривали с ним, то есть, по крайней мере, думали, что разговариваем с ним на арабском. Поэтому подумали, что, может быть, что-то не так говорим, попытались произнести более конкретно. Говорим, что ну, вот место, где ночуют. Там. Он говорит, а зачем вам место, где ночуют? Мы говорим, ну вот мы как бы иностранцы, приехали к вам в гости, время ночь, хочется спать, есть и все такое. Говорит, ну если такая ситуация, давайте пойдемте ко мне
в гости. Привел нас к себе в гости, накормил, напоил, как полагается, уложил спать. И только на следующее утро мы выяснили, что... То есть это просто совершенно обыкновенный сельский житель. То есть он был одет в крестьянскую так называемую галябию, в такой обыкновенный тюрбанчик, головной убор, человек, который работает с землей или на земле. Ну и, соответственно, только с утра мы узнали, что, оказывается, ту еду, которую он нам дал, это был ужин их семьи, и, соответственно, он не накормил ни свою жену, ни своих детей, не поел сам и отдал весь свой ужин совершенно незнакомым людям, которых только что встретил на улице. То есть помимо того, что он дал нам свой кров, так он еще и пожертвовал всем, что у него было из пропитания, дабы просто нас накормить. Тем более, когда мы об этом узнали, мы пытались дать ему какую-то сумму, потому что нам, само собой, стало очень стыдно за это. И он в прямом смысле слова оскорбился, говоря, что неужели вы хотите свести все мое благодеяние к какому-то материальному аспекту. Другой, тоже довольно интересный случай, когда мы поехали на другие раскопки, мы очень часто ездили на раскопки, это раскопки города Эбла, находится как раз Тель-Мардих, недалеко от современного города Идлиб. Не совсем далеко от Латакии, то есть мы как раз на вот таком вот маленьком сервизе, как называют их в Сирии, доехали до Идлиба. Соответственно, ехали мы примерно часа 4. Когда мы доехали до Идлиба, водитель этой маршрутки говорит нам, что, ребят, я сейчас сделаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться, всего за 14 тысяч лир я вас свожу, то есть пока мы ехали, само собой, за 4 часа мы уже друг о друге очень много узнали, сирийцы очень общительные ребята. Он рассказал нам про свою семью, про детей, про то, чем каждый из детей занимается, как они выглядят, показал фотографии жены, всех вообще, и брат, и сват, рассказал, что вот в этом доме у него живет брат, и так далее, и так далее. Соответственно, он понял, что мы едем сюда на раскопки в Тель-Мардих, и когда он дождался, чтобы все пассажиры вышли, привлек наше внимание, говорит, ребят, вот предложение, от которого не сможете отказаться, всего 14 тысяч лир, я свожу вас на раскопки, подожду вас столько, сколько вы хотите, и потом привезу обратно в Латакию. 14 тысяч лир, для сравнения, билет, который мы, то есть деньги, которые мы заплатили для того, чтобы добраться до города, стоил 40 лир. Нас было как раз человек 7. Мы говорим, дорогой мой, посмотри, где мы, где 14 тысяч лир, о чем ты говоришь? Как мы можем... такую сумму, и почему вообще мы такие деньги за себе должны платить? Он говорит, нет, ребята, вы ничего не понимаете, давайте вот это предложение, от которого нельзя отказываться, я вас свожу, хорошо так, вы мне понравились, глаза у вас красивые, я вам сделаю скидку на 13 500, но тем не менее договориться мы с ним так и не смогли. Только он уехал, мы нашли другого такого же водителя маршрутки местного, договорились с ним буквально там за 200 лир, что он довезет нас до раскопок, подождет нас там столько, сколько мы будем находиться, и перейдет обратно в Идлиб. Соответственно, так мы и поступили. Сам Идлиб, сам как раз Тель-Мардих, прошу прощения, сама Эбла, как раз раскопки этой древней цивилизации, тоже крайне интересны. В принципе, каждый регион, каждая область в Сирии имеет какую-то свою специфику. В частности, как раз Тель-Мардих очень красный, похож, если бы... я был на Марсе, то подумал бы, что вот Марс так и должен выглядеть, как Идлиб. И причем там очень сильный ветер, вы можете падать навстречу ветру и никогда не упадете. То есть только в другую сторону, и, что, таких как я, там обычно сдувает. Поэтому я держался за более крупных товарищей. Соответственно, вернувшись обратно, мы не спеша поужинали, выходим из кафешки, где мы ели, приходим на автовокзал. И, к нашему удивлению, автовокзал оказался просто пустым пространством. Опять лангоньеры, опять те же самые ассоциации. Людей нет, никого нет. Что делать, непонятно. То есть можно было бы и кому-то позвонить, но звонит без толку кому-то. Соответственно, мы ходим по пустым улицам, что делать, не знаем. Опять гостиницу спрашивать уже теперь немного страшно. И вдруг нам навстречу приезжает как раз вот такой небольшой сервиз. За рулем едет совершенно уставший, просто уже никакой бледный дядечка. Мы просто прыгаем на дорогу перед ним, просим его остановиться.
И он спрашивает у ребят, что там случилось. Мы говорим, вот так и так. Мы не знали, что, оказывается, тут не останется автобусов. Мы сами из Латакии. Пожалуйста, увезите нас. Очень страшно, очень есть хочется. И вообще мы не местные. Он говорит, ребят, я живу здесь. То есть там ехать 4 часа. Я сегодня 15 раз туда-сюда съездил. Сколько можно? Я устал, хочу спать, тоже хочу есть. Мы говорим, ну, пожалуйста, пожалуйста, мы заплатим любые деньги. В итоге мы его уговорили. Он повез нас домой. Опять 4 часа назад, и, то есть, соответственно, 4 часа назад ему нужно было возвращаться к себе в город. И когда мы доехали до Латакии, он довез нас прямо до общежития, где мы жили. Мы попытались отдать ему деньги, и он очень долгое время, то есть не то, что долгое время, он вообще отказался их принять. В итоге мы бросили деньги ему в кабину и убежали, чтобы он нас не догонял. Поэтому... То есть, причем он как раз объяснял свой поступок тем, что если бы я хотел на вас заработать денег, то тогда бы я вас, что называется, и не повез бы, потому что все это действие крайне не по-человечески. Поэтому сирийцы были крайне добрыми, крайне отзывчивыми людьми. Надеюсь, что как раз эти две истории очень хорошо характеризуют, какой была Сирия, которая навряд ли останется такой после войны. Спасибо большое.